Так, ладно, сейчас. Угу, сейчас я последнюю вам загружу. Хорошо? Хорошо, давайте, 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 загружайте. Ой, извините, просто оно у меня... Они у меня такие, они могут не вмещаться. Так, ну, я нормально, да, вам сделал? В принципе-то да, почему бы и нет? Сейчас пойду и оплачу. Спасибо. Да не за что. Всегда рад. А теперь я пойду. Вот эти заказы я... вот эти заказы мне надо будет на завтра. Видимо, уехал. Так, эти заказы будет потом надо будет дать. Так, сейчас через парочку минут еще один клиент приедет, а потом все. Так, вот эту последнюю, вот все, сейчас он приедет, потом, так, все. Ну, в принципе, уже он уехал. Так, ладно. На сегодня работы хватит. Мне сейчас пойду зарплату получу. Так, он в белом доме. Мне надо будет идти. Моя машина неподалеку. Мой дом тоже неподалеку. Так. Так, 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 так. Вот. Здесь я... Вот здесь я... Так. Не-не-не-не-не, сейчас. Я просто тут недавно устроился, поэтому я не знаю, где что находится. А, ну вот оно здесь находится. Все, спасибо за зарплату. Так, я зарплату получил. Теперь мне надо к машине. Так, где же я оставил ее? Моя машина, где она? Она вот здесь, а вот здесь моя машина. Так, ладно, все. Сел, теперь я поеду домой. Мне надо будет ехать, ехать и ехать домой. Угу. А вот и мой новый домик. Так. Вот здесь я купил дом уже вроде бы. Да-да-да-да-да-да. Я не ошибся. Угу. Сейчас припаркуюсь. Вот, все. Так, я припарковался. Теперь я пойду домой. Так. Угу, так. Мне надо домой. Блин, это не та квартира. Мне надо идти домой. Так. Вот она, вот она. Моя квартира вот тут. Да. Это моя новая квартира. Наконец-то я освоился именно тут. Именно тут я и живу. Это хорошо, что у меня именно дом прям тут. Так. Ой, ну что ж, тогда... Ой, блин, я пока сплю. Я уже пару дней пока живу без ничего. Покупаю еду себе. Купаюсь... Плачу налоги за дом, однако я... Ой, однако я это... Не только это делаю. У меня нет ничего тут кухни, поэтому приходится фастфуд постоянно покупать. Поэтому... А, кто? Кто стучит? А? Эй, открой, пожалуйста. У меня новость. Ну ладно, хорошо. Hello, Dr. Freeman. Короче, посмотри, я сейчас просто шел, увидел, как ты вышел со своей машины, и она исчезла прям у меня на глазах. Да нет, ты несешь какую-то чушь. А ты посмотри. Ну ладно, если это так, то ладно. Слышь, это ты ее угнал?
Нет, 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 я тебе клянусь, я ее не угонял. Я клянусь тебе, я не угонял ее. Я просто шел, увидел, как ты вышел со своей машины. Ах, ладно, на клятву можно поверить. Она просто исчезла. Просто на глазах исчезла. Как она могла исчезнуть? Как она могла исчезнуть? Ты где? Где он? Ну ладно. Странно как-то. Куда моя машина-то пропала? Так, надо разбираться будет с этим. Ладно. Так, я зайду в свой домик. Ага. Так, ладно. Вот. Ну все, блин, я не пойму. Это надо разбираться с этим как-то. Так, ладно, я открою-ка эту дверь. Что это сейчас было? Ты кто? Ты кто? Что это такое? Мне кто-нибудь объяснит? Ты живой? На нем какой-то хэдкраб. Да ну, да блин, отстань от меня. Че ты материшься? Че ты материшься? Пошел вон от меня. Все. Какой-то идиот непонятный. Зашел еще в мой дом, блин. Который я еще не успел купить. Он взял и зашел в мой дом. Какой-то негодяй непонятный. Так, ладно. А у меня хоть и ванной. Надеюсь, у меня в ванной никаких странностей не будет сегодня. Так, ладно, я открою эту дверь. Твою ж душу, ёкарный бабай. Ты что еще такое? Отстань от меня. Ты кто? На! Получи. Что за существо такое тупое тут у меня? Да еще ты мне в ванну разлеглась. А ну кыш из моего дома. Кыш. Кыш. Да, все. Я ее выгнал отсюда. Ах. Так, блин. Ой, я проголодался что-то. Мне придется сходить за едой. Ой, блин, у меня что, камера включена? Блин, я думаю, что у меня так... Не так... О, ребята! Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, ваш дорогущий друг Ликс. С другой стороны, печенька. У меня какие-то странности сегодня. То я, блин, приехал с работы. Только я не пойму, почему я сейчас не плачу, не ною, не ору, не истерю. Хотя у меня, смотрите, после работы машина пропала. Какой-то чувак пропал. Так еще у меня какие-то твари у меня в доме появились. Один похожий на зомби с хэдкрабом, а другая какая-то другой тварь, которая похожа на какого-то там, блин, бешеного таракана-летуна. Непонятно, что это такое тут, но мне надо будет выйти, ребята. Поэтому я сейчас пойду и куплю себе фастфуд. Потому что у меня нет печки и придется только фастфудом пока питаться. Пока у меня нету ничего, никаких вещей, чтобы самому себе приготовить еду. Однако я работаю тут на заводе. Давай, открывайся дверь. Итак, он ушел. Так, ладно, ребята. Идемте-ка в фастфуд-ресторан и купим бургер. Потому что мне питаться больше нечем. Так, опа. Какой вкусный бургер. Я его сейчас надо будет поесть. Так, ладно. Пойду я его съем. Ой. Пока я шел... Я его уже успел даже съесть. Я его долго ел. Эх, блин, ой, как классно. Так, сейчас я зайду и скупаюсь. Так, пойду зайду я и скупаюсь. Так, открою дверь. Надеюсь, там никакой дряни не будет. Уж это точно. Что это за звук? Что это за звук? О, боже мой! Ты еще что такое?
А где эта дрянь? Она пропала? Наконец-то я искупаюсь, а? Наконец-то искупаюсь. Так. Ладно, все так. Ой. Мне надо врубить воду. Да что ж такое? Ну кто там опять так стучит? Так, что это такое? Что это за пальцы? Так, ладно, я не понимаю, что это за звук. А, ты кто? Уйди от меня! А, уйди от меня! А, уйди от меня! А, на тебе шапалах! На тебе шапалах! А, она пропала? Что за дрянь тут такая, а, была, я не пойму. Ребята, у меня что-то не то, кажется, получается тут. Я съехал с того места, и теперь монстры тут какие-то. Эти дряни теперь тут появляются. Ладно, так, ладно. А мне надо же будет идти, просто, ладно, прогуляюсь. Это кто такие еще? Кто это такие? Зомбари какие-то там. Так, я не пойму, что это. А ну иди сюда. На, умри, умри, умри. Умри, умри. А, умри, умри, умри. Сдохни. Что за твари? Что за твари? Так, надо последнего добить. На тебе с ноги, на тебе шапалах. Вот и все. И умер ты. Фух. Ребята, дрянь какая-то тут произошла. Я не пойму, что тут не так. Так что ладно, вот я не пойму. И что тут не так? Это что за... А, а, ты кто еще? А, отпусти меня. Фу, дрянь какая. Фух, блин, я не пойму, что это сейчас было. Так, ладно, надо просто мне идти. Просто когда такой сущий ужас случается, я не пойму. Вот что это за дичь? А я думаю, почему этот город пустой? Оказывается, тут такая дрянь. Так, ладно, так, надо их избить как-то. Эх. Да как их убить? Да! Убил одного. О, вот дрянь, а. На! Убил. Так, фу, какие же они мерзкие. На! О, убил. Так, эти дряни теперь мертвые. Языкастые дряни. Так, ладно. Так, вижу магазин. Так, стоп, почему мне показалось, будто бы я сам что-то сделал и удалил? Хотя я ничего не делал. И тут дверь какая-то такая непонятная. А тут есть кассир? Ай, что это еще было? Да, есть. Да, это я, кассир. А, а, что за ты существо? Ликс потерял сознание в магазине. Далее это существо захотело его утащить. Вот такой провел день Ликс. Он потерял сознание и сейчас валяется без сознания. Что же будет дальше, неизвестно. Однако этот монстр сейчас как-то думает, как его увести отсюда. Монстр уже тут. И сейчас будет утаскивать Ликса. Но вот такой день был у Ликса. А какой день был у вас? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Всем удачи, всем пока. Он без сознания.